Всем-всем привет! Мы продолжаем путешествовать по Канаде в городе Уайтхорс под музычку Ютуба, клубненькую, клубничок, так сказать. Мы в прошлой серии, друзья, опять забыли прокачать Грейнбула. Это уже третью или четвертую серию подряд. Вот этим мы сейчас займемся сразу же. Устраивайтесь поудобнее, подписывайтесь на канал, рекомендуйте друзьям. Всем приятного просмотра, аппетита или спокойной ночи. И заходите на мой Facebook, Instagram, ссылочка в описании под видео. Ну а мы давайте за Грейнбула. Ну, понятное дело, нам все тратить нельзя. Хорошо, 1600 есть пыли. О, ни хрена себе! Сквиртл 97. Еще один у меня будет. Ох, ё-моё. Прямо сейчас надо смотреть по атакам, у кого какие. У меня их куча уже. У меня просто их куча кучная. Вартортл. Да, у меня балластоиды, наверное, уже штук 6. Причем даже сотенные есть. Но это круто, я не спорю. Сейчас будем смотреть, где какие чего. Нет, 4 всего. Какие атаки идут? Укус. Быстрая пушка. Следующий, это 95. Водомет. Гидронасос, гидропамп. Это 97 вообще. Укус, гидронасос, да? И четвертый у нас будет укус возврат. Ну, в принципе, все разные. Ну, хорошо тогда. Давайте ловить. Зараза. Ну ты зараза. А что так музычка тихо стала? Отлично, у этих всех разные атаки. А эта зараза ловиться не хочет. Он надо мной стебется просто, походу. Охренеть! Просто охренеть! 97. Его надо эволюционировать. Вот и Дарумак, а. Смотрим. Так, он где-то вот тут вот у меня. А тот у меня насколько был Дарумака? 93. Ну, значит, один другого заменит.
Да, ночь. У Уайт-Хорса сейчас ночь. 3 часа 24 минуты. Да, кстати, гимн надо крутануть. Ну, здесь тоже детская площадка. Уберись, шестой день. Да, вот она, детская площадочка здесь. Так, ну мы пока бить вас не будем. Так, а где тут? Вот он есть, гимн. Пойдет. Можно с Командер потусоваться, подраться. Ну и я к вам сразу вернусь. Ну, собственно, я даже не сомневался, что я выиграю. Единственное, вот вопрос, могу ли я его сейчас очистить, что нам очень нужно, кстати, по заданию. Ну, сейчас посмотрим. Ой, противный. Есть. А теперь надо смотреть, сможем ли мы его поймать. 5 покемонов, хорошо. Очищение, да. Еще 3 получается. Друзья, подключай это. Давайте дружить. Давай я вам сейчас покажу ссылочку на свою страничку покемонов. Добавляйтесь, друзья. Чем у нас будет больше, тем будет лучше. Я сейчас как раз ищу друзей. А вот Дарумака мне сейчас очень расстраивает. Он не представляет, как он меня сейчас сильно расстраивает. И то, что шайни нет, не ловится. Дарумака, я тебе за тобой слежу. Ух ты, Одиш, ни хрена ж себе. Thank you.
Серьезно. Ну, давай дальше. Ну и отлично. У нас сейчас, кстати, в гимне будет драться Нидоран. Да. Разблокирован класс Покедекса. Теперь ты можешь отслеживать в своем Покедексе этих покемонов события. А что за три звезды? Отлично, это стопроцентные мои. Да, похоже, да. Прикольно. Три звезды. Сияющие, шайни. Класс. Класс. Красота. Ну, это событийные. Мега одна и последние все. Класс. Так. Вот оттуда мы пришли, и вот туда мы сейчас пойдем. Ну что, Нидоран, давай. Нидоран, Нидорина. Погнали. 19 побед даже у Нидорана есть. Обалдеть. Бомба со слизью. Так себе, дальше. В отместку. Давай, давай. Следующий Гарчомп. 10 у него. А у этого тоже бомба со слизью. Нидорина. Ну и замечательно. Гим мы отвоевали. О, пчелка появилась. Отлично. Ну и теперь, как я и говорил, сейчас я покажу свой номерок. Наверное. А может и нет. А может и не стоит.
Добавляйтесь, друзья. Увидели? Ну а теперь да, надо подсобрать. Я сейчас к вам вернусь. Ну что, продолжаем. Так, вот эта подружка нам нужна. Охренеть. Еще и достойного уровня за 95 лир. Значит, ловим. Смотрим, мне какая 5 лил. О, у меня их 3 аж. Вот эту можно удалять, IV28. 91, 84. Да, мы так долго идти будем. По карте посмотрим, сейчас где мы. Угу. Район большой. Нам получается вот туда вот надо. Угу. Ах ты, зараза. И убежал. Ну и ладно. Ну и ладно. Не очень я тебе и хотел. Трико. Ага. Зашибись. Они нас не отпускают. Прям на каждом шагу. Thank you.
Да, Смиргл есть. Ну, все пошло. Где это? О, покестоп есть. Смотрим, покестоп есть, покестоп, вот он. И вот туда они пошли. А что у нас по времени? О, время еще есть. Хорошо. Да что ж такое, а? Так, смотрим. Ну, здесь вроде ничего интересного такого нет. По карте. По карте вот он, эту часть мы взяли, получается. Угу. А, обманул меня. Ну, значит, тогда кто у нас будет? Нидоквин. Оставим, наверное, на следующий раз Нидоран фиолетового. Посмотрим. Я думаю, он один справится. Ну, ну, давай, давай. Ноль? Я еще ни разу не участвовал. Обалдеть. Грязевая волна. Быстро ушел. Пседак. Наверное, не успею. Ох, ё-моё, ни хрена ж себе. Бьёмся. Ну, тут всё, уже отлетел. Три.
Да это даже в трех почувствах поучаствовать. Обалдеть. Нидоран, мол, ну. Атака рогами. Давай, давай, давай. Красавчик. Баптист Краш. Лиса, лиса, лиса. Красота там теперь. Такая красота. Заработан гимзначок. Отлично. Отлично, яйцо открылось. Так, нам нужно срочно яйцо от друзей. Друзья. Давайте свои яйца. Ага, good like Fox. Good like Fox мне яйцо не дал, жаль. Так, какой я тебе дам стикер? Давайте, давайте, мне нужно яйцо. Чтоб я мог дальше что-то делать. О, это у нас уже было в прошлой серии. А яйцо? Не понял. Или мне уже дали яйцо? Ну, давайте еще один откроем. Давай, 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 открывайся. Во, наконец-то яйцо дали. Отлично. Давай, 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 отправляй подарок, отправляй. Мне, честно сказать, что тот не особо интересен покемон. Мне больше интересно, есть ли там что-нибудь. Нет, там больше ничего нету. Знаете, на кого Дарумака похож? Я вот только недавно смотрел Рика и Морти. И помните, когда Морти кое-чем занимался с куклой, и у него родился ребенок. Вот похож очень на него, кстати. Если не видели Рика и Морти, посмотрите обязательно. Тем более сейчас пошел новый сезон. Ну, прям похож Дарумака на этого чувака-то. Тут. Ты чего не хочешь, а? Маткип.
Ну и хорошо. Ну и в следующей серии мы уже вот туда вот пойдем. Что у нас здесь? Нет, в прошлый раз я когда был здесь, по-моему, этого всего не было. Что, наверное, сегодня все, друзья. Не забывайте подписываться на канал, рекомендовать друзьям. До новых встреч. Не грустите, не болейте. Всем пока-пока.